И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон, Покемон, Виктор и Серега. И сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем смотреть классные постройки и поднимать вам настроение. Сегодня кушайте, приятного аппетита, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Офигеть, она очень быстро ездит. Да хорош газовать. Бачок потек, уходи. Димон, ну хватит. Все, я возвращаюсь. А я тут при чем? А, ты тут, а? Да, а ты челик бешеный. Давай еще что-то классное. Хорошо. Так, вот, у нас есть еще... Вот. Ого, это что, робот? Воу! А я где-то такой робот уже видел. Ничего себе. Вот это он здоровый. Блин, у него коленки такие стрёмные. У него веревки, ты видишь, там натянуты, на тросах ходит. Веревочки. Только эти маленькие веревочки какие. Для такого большого робота такая маленькая веревочка. Так, поставлю я самолет. О. Не ходит, а бежит куда-то. Так, если что, я на самолетике. Понял, я смотрю, кукурузник какой-то. Ну да, кукурузник. Димон, он сделан из говна и палок. Ну, из чего сделан, из того сделан. Мне нравится Фредди сидит такой, а и что? Ну поехали. А там нема места. А чё он не едет вообще? У тебя получается сзади почтовые ящики, крылья из туалетных дверей. Полетели, я сел. Вентилятор из красивых банок, а колеса из бумаги. Ну давай, ты сегодня поедешь? А, езжешь точно, Alt-E. Всё, Диман, поехали. О, смотри, как я прикольно сел. Давай, Димон, погнали! От первого лица крылки. Получай. Ой-ой-ой-ой-ой! А, он был зафриженный, может? Ой, блин. Зафриженный был, да. Димон, ставь еще один, полетим. Давай. Блин, он круто рассыпается, ты видел? Да. О-во-во, все, теперь нормально, поехали. Я думаю, что не едет тоже. Все, Димон, я сел. Стоит на месте. Блин, не туда сел. Ладно, буду так лететь. О, поехали. Давай, Димончик. Давай. Отрыв, отрыв. Не, не отрыв. Отрыв, отрыв принудителей. Говно какое-то, не едем. Димон. Давай. Да руки не поднимай, у штурвала держишь. Чем заклинило? Поднял руки, как же ты сам управляешь? Поехали. Димон, что-то не взлетает у тебя. Давай, едем. Мы взлетаем, не, мы не взлетаем. Мы... Может, мне надо на жопу сесть, на хвост там? Да да какой жопу, погнали. Да это не самолет, это машина. Что ты не едешь, нах? Ого, Диман, посмотри, что над нами. Офигеть, это что такое? Это кабака, летающий каменный робот. Это дух, это какой-то дух. Летающий дух, я не знаю, что это. Здоровенная махина такая. Ну-ка. Он из камней сделан. Это полностью. Каменный босс. С какой-то игры, похоже. Я уже не помню. Какая-то и... игра вроде такая есть. MMORPG какой-нибудь. В Counter-Strike босс. Кстати, а вы видели этот кафешку американскую в постройке? Смотрите, он руки поднимает. Да, он может. А ты что можешь еще делать на этой построечке? Ой. Камнями это... вертеть может. Ну это да, это он умеет. Какое-то электричество вырабатывает. Танцует. Да. Распадается, глючит. Дерево колбасит. Если он сейчас назад соберется, я буду в шоке. Вот эти горки мне нравятся. Тут матрас должен быть наверху, и на матрасе съезжать надо. Да-да-да, наверх, давайте. Я наверху, Димончик. Я вперед. К Димону сажусь. А тут есть место еще? А подожди, Alt-E сяду, стойте. Давай, тоже садись. Сейчас. Сел! А как нам теперь поехать? Что это за говно? Что за говно это было? Тихо, еще раз сяду. Стой, дай я так сяду. Так. Стойте, пересяду, стойте. Так, а как его запустить вообще? Сейчас запустим, тихо. О, все, сел, нормально, поехали. На руках держит оно, Фредди держит оно на руках. Я буду смотреть, как они съезжают. Давайте, пацаны, я за вас болею. А, вы в трубе, они не в трубе. Так, вот они съезжают. Как, тяжелое оно, Фредди, или нет? Смотрите, на ручках держит.
Ты чё? Оно, как тебе лежится? Нормально, отлично просто. Нормально. Не холодно, не? Не, нормально. О, сейчас пойдет, поедет, смотрите. Я с первого лица сейчас рублюсь. Я сейчас попробую сесть на к ним. Ого. О, труба! Еще одна. Три трубы, четыре. Так, ого! Прыжок века. Вот это по горячей лаве. Ничего так. Себе тут. Оно, не, ты ударил его по голове немножко. Бедный кто, Аноша. Кто? Меня ударили. Аноша. Поноша, да. Так, поворот лево, право, право, лево. Это долгая горка очень. Мне она нравится. Вот тут радужная прям. Я, кстати, эту горку не видел. Я видел разную, но эту я не видел. О, прикольно. Здесь у нас. Знаешь, прикольно было бы с самого верха такого, ну, оттуда бы. Прям вот прямой такой спуск вниз. Было вообще круто. О, что тут? Есть такая горка, кстати. Да? Да, вот могу ее заспаунить. Классно сделано. И здесь у нас, я хочу посмотреть, как они закончат. Сейчас они должны тут выехать. Во, мужики. О, а куда вы? А мы дальше. Все, я сел. А я? Во, все, все. О, я сел. Виктор, ты всей жопой загородил все. Все, все, жопа задница из твоей. Блин, сейчас будет Димон очень быстро, ты готов? Да, 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 я отдалил камеру. Хотя бы лучше, Виктор, ты сел назад, потому что ты будешь так мешать нам. Все, едем потихоньку. Садись, давай. Назад. А, ты можешь регулировать скорость ее? Да, да, да. А ну давай на всю, короче, давай. Погнали. Все, вот. Оно сидит, я, конечно, его боюсь немножко. Воу, это петли. Офигеть, я думаю, сейчас выпадем. Не, не выпадем. Блин, там стрёмно было. Серега что-то с головой дергается. Ну да, что-то клашматит. Что-то не тянет твоя, короче, кабака. Ну давай, старик. С разгоночки давай назад, Серега, и вперед. Вас подтолкнуть? Как Саня. Испугал. Серега, что с тобой? Серега, да не ссы, поехали. Серега, у тебя эпилепсия? Просто вы ж не знали, у звездного Звездный Лорд, да, его зовут? Да. Как тебя зовут? Звездный Лорд. Звездный Лорд, у тебя что, морская болезнь? Это ты можешь, я не буду ехать, я не буду ехать. Ого. Касайтесь руками земли. Не, не достаю. А это так и должно быть? А, должно быть. Не, я в реальной жизни точно на таких бы горках тоже не хотел ездить. Стрёмно. Я бы не, да, я бы офигел бы. Ну ничего, а пока едем. Даже если 100% что не выпадешь, я бы не проехался. Смотрите. Не, ну все будет более медленнее и помягче. Не, я точно бы на таких не проехался. Да нет, тебе бы дали бы 1 гривну. 1 гривну? То есть за бесплатно, да, проехаться можно? Угу. Сейчас будет, бесплатно, ребята, жестко. Бесплатно умереть, короче. А как ты хотел? О. Блин, она длинная. Офигеть. Чувствую, как будто мы вообще не на рельсах едем, он по воздуху. Иногда. Сейчас вот. Сейчас вот по воздуху опять, да? О! У, ты видел? Сейчас по воздуху. Мы перелетели с одной рельсы на другую. Опять вертогави. Так, мне кажется, мы уже по третьему кругу фигачим. Нет, нет, нет. Не, нет, там будет такой финиш. А, это только первый еще. Да. Офигеть, насколько еще ехать. О, готов, готов. Во. А, надо было раньше готовить. Погнали. Четко. О, сейчас башка закружится. О, все, 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 приехали. Наконец-то. Стрёмный паук, давайте я даже камеру достану, вам покажу. Вау. У тебя на жопе говно засохшее. Иди помойся, а потом приходи. Жук вонючий. Говно засохшее. Это камушек. Офигенный. Димон, ты хочешь посмотреть эпическую вещь? Смотри на жука, Димон. Смотри на жука. Ой. Ого-го-го-го. Ты понял? Красиво. Смотрите. Ого! У него металлические клешни. Это скорпион. Так, раз в резьме. Как его, жук какой-то. Не, так-то да. Видно, что скорпион. О! Во-во-во-во-во! А что у него с хвостом? Давай, скорпиоша.
побежал. Да что Скорпиоша, у него хвост говном стал. Тихо, Скорпиоша. У него на веревках он глючный. А он весь поддельный. Подделка. Это муляж, Димон, ломайте его. Давай, 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 задним ходом. У него, получается, дома, это ноги. Башни, это руки. Ну что, сражаться это не соски, будем? Это какие-то дополнительные руки. Ладно, эта штука, она не сражается. Сейчас будет сражение битвы. Воу-воу. Все, Димон, смотри, эпик. Ну-ка. Готов? Да-да-да, смотрю. Ну, не очень. Не, прикольно. Ну, так, ну, прикольно, но не так уж глобально, я бы сказал. Ну, там была получше, да, разлеталась? Да-да-да. Я лодочник. Лодочник. Есть такой лодочник? Я думал, моряк там. Лодочник. О, каменный этот, бык. Где, показывайте. Ого! Вот это вообще офигенная постройка. Настолько офигенная, что хочется ее. Она как будто живая, посмотрите, словно дышит. Ну что, взорвать ее? Давай. Взорвать. Димон, я прям стреляю в живот. Давай, давай. Ой, я его даже не вижу. Он вообще засветился, лампочка. Он живой! А не. А не, чуть-чуть отвалилось немножко. Смотри, ничего себе чуть-чуть. Ну, блин, смотри, что у него внутри тут. Смотри, смотри, внутри у него все отваливается. ТПК разломал. Все, я ему голову отбил. После такого не живут. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.